Здравствуйте, дорогие гости и участники нашего СП. Ну вот, все подготовления завершены, заявки приняты, и мы готовы приступить к вышивке наших милых и любимых сюжетов. Наш совместный проект уже начался. Начался он с 1 февраля 2020 года и продлится до 1 сентября 2020 года. Если кто-то еще желает присоединиться к нашему СП, всегда можете это сделать. Перейдите по ссылке в инфобоксе, в альбом и сделайте вашу заявку. Фотография с подготовкой и описание вашего процесса. Сюжет здесь может быть абсолютно любой, главное, чтобы он в первую очередь для вас отображал тему «Любящие сердца». Здесь может быть тема «Выраженная любовь между мужчиной и женщиной», между матерью и ребенком, наша привязанность к нашим любимым домашним животным. Это все тоже подходит по тему любви и привязанности. Итак, все уже готово. Все заявки приняты, и я думаю, что СП, он не просто нас объединяет, он нас организовывает, поэтому у нас обязательно получится вышить все наши сюжеты. Я вам этого искренне желаю. Ну и поехали! Юлия Переплетчикова заявляет работу от фирмы «Риолис. Материнская любовь» и пишет нам: «Добрый день! Решила поучаствовать в вашем СП. Сейчас вышиваю материнскую любовь от «Риолис». Размер готовой работы 30 на 35 сантиметров. Основа 14 каунта. Ниточки шерсть акрил. Впервые отшив этой работы увидела на вашем канале и тут же влюбилась. Замечательный проект. Желаем удачи!» Мария Крупинина вступает в наш совместный проект с очень милым, интересным сюжетом от фирмы «Дом и Крафт». Это оригинальный набор. Вышиваться будет на основе Аида 14 каунта. Используется здесь 21 цвета мулине. Старт с самого начала. И мы ждем первых продвижений. Марина Лакиза будет вышивать набор от фирмы «Алиса. Будь всегда моей». Размер работы 37 на 28 сантиметров. С удовольствием будем наблюдать за ростом этой картины. Желаем удачи! Алла Красноярская вступает в наш совместный проект с наборчиком от фирмы Joy Sunday «Наслаждаясь жизнью». Вышивается он на Аиде 14 каунта. Здесь идет схема, которая нанесенная на основу. Размер работы будет 37 на 36 сантиметров. Замечательная работа, и будем с удовольствием наблюдать за ее ростом. Татьяна Фетисенко присылает свою подготовку. Это оригинальный набор от фирмы «Золотое руно», называется «Первая любовь». Используется здесь 48 цветов, размер работы 33,6 на 33,6 сантиметра, канва здесь 16 каунта. Посмотрите, какие яркие, сочные ниточки, и нас ждет вот такой замечательный, милый, теплый сюжет. Ангелина Орлова вышивать будет набор от фирмы «Золотые ручки. Поцелуй» по мотивам картины Густава Климта. В набор входит канва «Цвайгард» 14 каунта, 47 цветов бисера прециоза. Размер готовой работы должен получиться 40 на 46 сантиметров. Начала этот процесс в 2018 году и продвигается он очень редко и медленно. Даже не вышелся первый лист. Думаю, совместники будут продвижения. Обязательно должны быть. Очень красиво все получается, и я тоже влюбилась в ваш набор. Обязательно вышивайте. Елизавета Фролова вышивает набор от фирмы Joy Sunday «Романтическая прогулка под дождем». Размер работы будет 27 на 37 сантиметров. Используется 20 цветов ниточек СХС. Вышивается на 14 Аиде. Как мы видим, вышивается по напечатанному рисунку на основе. И будет вот такая яркая, очень романтичная работа.
Татьяна Демкина вступает в наш совместный проект с оригинальным набором от фирмы Lanarte Birds of Paradise – райские птицы. Размер работы 40 на 46 см, вышивается на AIDE 14 каунта молочного цвета. Используются ниточки DMS. Пишет, что начата год назад и была заброшена, так как очень много начатых работ, около 50. Но это мне нравится каждым крестиком и безоговорочно. Вступила в СП в надежде, что вы все будете давать мне пинки и критиковать безмерно. Это послужит для меня хорошим стимулом, так как помимо СП в этом году хочу закончить еще как минимум 3 работы такого же примерно размера. В среднем у меня получается не более 5 работ в год вышивать. К сожалению, так как без выходных выполняю заказы для моего проживания и пропитания. А еще в этом году заканчиваю 2-е высшее, а еще в этом году мне обязательно нужно получить права и наконец-то сдать этот языковой экзамен. Девчонки, помогите вышить. Девочки, ну в общем, вы понимаете, давайте Танюше побольше пинков, лайков и, конечно же, поддержим друг друга комментариями и обязательно преодолеем все наши сложности и вышим все наши работы. Желаю удачи. Вера Сбродова заявляет в наш совместный проект набор от фирмы Joy Sunday. Любимое кафе, которое вышивается на 14-й AIDE с напечатанным фоном, вышивается в 2 ниточки и здесь ниточки SHS. Марина Филиппова заявляет в наш совместный проект 2 работы. Во-первых, это волки от Риолис, размер 60 на 40 см, вышиваются 17 цветами. Пишет, что начну вышивать 1 февраля, надо обязательно закончить до 1 октября. Подарок на день рождения очень хорошему человеку. Уже 3-й раз буду вышивать эту работу. Представляете, 3-й раз одну и ту же работу. Ну а также 2-й дизайн от фирмы RTO. Это код набора M695. Буду вышивать на 30-й беломерке белого цвета. Вот такая маленькая птичка в руках. Очень милый сюжет. Татьяна Петрова заявляет набор от фирмы «Золотое руно», оригинальный набор, называется «Первое свидание», это по сюжетам Афремова. Используется здесь 57 цветов, ниточки Мадера, Canvas Swagger 16 каунта. Яркий и очень действительно романтичный сюжет, с огромным удовольствием будем следить за его продвижением. Летний, милый, теплый сюжет будет вышивать Людмила Хараян, это Dimensions 13721, всеми известный и любимый дизайн. Вышивается на AIDE 14 каунта, размер работы будет 23 на 30 сантиметров. Желаем удачи! Светлана Кузнецова пишет. Поискав в своих закромах, я поняла, что MP Studio у меня в фаворите, поэтому опять набор от MP Studio на 14-й дизайнерской конве. Размер небольшой, 20 на 30 сантиметров, неполная зашивка. На дизайнерской конве я еще не пробовала вышивать, будет первый опыт. Этот наборчик я купила, будучи на последних сроках беременности. Мужу тоже набор понравился, ждет, когда вышью. Мне очень хотелось его вышить, но как-то 3 года пролетели незаметно, и вот наконец-то нашелся повод, чтобы отшить этот наборчик. Ну а мы с удовольствием будем следить за его продвижениями и желаем удачи. Елена Канева предлагает следить за продвижениями отшива по набору Вервака. Это оригинальный набор, который будет вышиваться на AIDE 18 каунта и размер 17 на 24 сантиметра. Очень стильная работа получится. С удовольствием посмотрим за отшивом. Добрый, милый сюжет, любовь мамы и малыша. Вот такой сюжет будет вышивать Ирина Серегина. Это парочка дельфинов от фирмы Домы Крафт, вышивка подбором, ниточками СХС. На данный момент у Ирины вышито 30%, и все остальное мы будем видеть, как будет продвигаться уже в нашем проекте. Татьяна Буркица вступает в наш совместный проект с наборчиком от РТО. Пишет, хочу вышить набор от фирмы RTO «Свадьба». Размер работы 20 на 20 сантиметров. Канва AIDE 14 каунта. Ниточки DMS. Хочу оформить работу в свадебную метрику. Очень нравится ваше творчество и канал. Это будет мое первое СП. Мы очень рады, что вы к нам присоединились и желаем вам удачи.
Мария Рыжских вступает в наш совместный проект с наборчиком от фирмы «Риолис Поцелуй». Размер работы 30 на 35 сантиметров. Начала эту работу в марте 2017 года. Надеюсь, в совместном проекте закончить эту прекраснейшую работу, ведь на очереди материнская любовь. Мария, не переживайте, мы вышьем все работы, тем более, что эти дизайны, они очень прекрасные. Наталья Черменинова вступает в наш совместный проект с наборчиком «Семейное гнездышко» от компании «Чудесная игла». Сюжет очень милый, уютный и нежный, на мой взгляд. Готовая работа будет 19 на 25 сантиметров. Используется 39 цветов. Вот такой замечательный, красивый весенний дизайн. И моя заявочка. Я буду вышивать набор от фирмы Lanarte. Размер 25 на 25 сантиметров. Здесь используется 20 цветов ниточек ДМС. И вышивается эта работа на ленте 27 аккаунта специального покраса. Я показывала вам мой старт. После этого старта я больше работу не брала в свои руки. И буду начинать, как и большинство девочек, с 1 февраля. Поэтому все продвижения будут уже в нашем совместном проекте. Итак, мы приступили к нашим вышивкам, начинаем их продвигать, вышивать. Отчитываться будем мы каждый месяц 1 числа, то есть у нас теперь первый отчет 1 марта. Отчитываться будем в нашей группе «Вышиваем вместе» ВКонтакте под нашей заявкой. Я решила не делать отдельный альбом, как я раньше делала на каждый месяц, потому что сейчас у нас три совместных проекта, это будет три альбома на каждый месяц, мы просто все запутаемся. Поэтому я предлагаю добавлять фотографии продвижений в комментариях под заявочкой, как обычно это делается в любых других СП. Я оставлю опять же ссылки на альбомы с заявками. Если кто-то захочет присоединиться, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну а также отчеты не забываем, до 1 числа каждого месяца добавляем. Ну и, конечно же, девочки, пишите все ваши впечатления, пишите всю информацию по вашим проектам, потому что нам все это интересно. Ну на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения, до новых встреч и пока-пока.